Всем привет, с вами Крейзи Самоеды. А у нас такая история. Как-то нашли на улице потеряшку Маламута, мальчика. В чатах видели, что хозяин написал про беглеца и просил придержать пару часов, пока не приедет домой. Кстати, чтобы собака не потерялась, но нужно обзавестись адресником, а лучше QR-паспортом с медальоном. У нас уже был выпуск, там мы рассказывали, чем они отличаются, про базу животных, дизайнерские адресники. Также есть процедура чипирования, по которой можно найти потеряху. Про чипы будет выпуск. Итак, маламут тоже северная ездовая порода, не сторож, агрессии обычно нет у них. Я легко подцепила ошейник на рулетку, и он пошел со мной домой к нам. Маламуты внешне похожи на хаски, но крупнее размером раза в два. Этот, по словам хозяина, весит 45 килограмм, а наши до 24, почти в два раза меньше. И морда у маламута отличается от хосячей, более широкая. Шубка такая же короткая, как у хаски, хотя есть и длинношерстные, пушистые. Ворс жесткий. Ну, самоеда, конечно, когда трогаешь, аж улетаешь. Настолько мягкая шуба. Итак, наученные опытом, мы не стали выпускать Самсонова в избежание драки. Так как знакомить собак лучше на нейтральной территории, а лучше прогуливаясь. И начинать с небольшой дистанции между псами, потом постепенно сближаться. Выпустили мы только Кусю. Нельзя. Наши еще в доме увидели из окна гостя и оживились. Собакам ведь нужно общение с другими четырехлапами. Так, тихо. Маламут, похоже, офигел от неземной красоты Кусиопеи. Такая невеста и уже вся в белом. Начались ухаживания. Следили, чтобы свадьбу не сыграли. А Кусю впечатлили габариты. И обметил нам этот маламут весь двор. Метят кобели безбожно. Наш потом бегал, перемечал метки. Потом она пряталась под диваном, но уходить не хотела, как мы ее не звали. Пришлось ловить и отводить домой. Хоть кто-то ее погонял. Впечатлений ей хватит на неделю, потому что обычно у нас Самсошича достает, у нас спокойный флегматик, а она с ним подраться любит, задирает все время. За поводок его возьму. А что? Пошли домой. Куся, пошли домой. Пошли домой. Домой пошли, Куся. Иди ко мне, мальчик. Иди к папе домой. По наблюдениям, все пацаны псовые, косолапые, на задние лапы, как брутальные ковбои. А вот у Кузьки такая модельная походка, просто загляденье. Фу. Кусь, Куся, Куся, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Кусенечка. Куся, иди к папе. Иди ко мне. Иди к папе. К папе иди. Иди домой, зайдем. Иди домой, зайдем. Иди к Самсоше пойдем, домой. Иди ко мне, иди ко мне. Ну, этот пес, как казалось, часто сбегает от хозяев. И если такая ситуация, то лучше кастрировать собаку. Про безопасный возраст, плюсы и минусы поговорим в одном из следующих выпусков. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и жмите обязательно колокольчик. Так вы будете видеть наши ролики первыми. До скорой встречи!